Всем гюнайдын или доброе утро. Сегодня 18 марта. Это у нас рынок в Оба. Носки я уже, по-моему, вам показывал. Вот по одной лире. Горы носков. Выбираете. Тут и детские, и взрослые. Я на себя даже ношу. Все копаются, выбирают себе носки, оплачивают. Все эти колготки, штаны, что это такое. 5 лир. Ну, короче, я показываю так цены образно. Там, где написаны. Приставать я их узнавать не буду, пройдусь, покажу вам там, где написано. 15 лир тоже подходите, выбираете все, что хотите. Вот рубашечки, детские в основном, детские, подростковые, все по 15 лир. 3 евро, 20 турецких лир, футболки. Уходим, уходим от музыки, уходим, YouTube нельзя. Ну, цена, кстати, в принципе, на футболке нормальная. То есть 20 турецких лир – это нормальная цена на футболке, потому что некоторые, когда мы спрашивали в прошлый раз, 60 чувак сказал вообще. Ну, то есть просто прикалывается. Вот 10 лир, видите, какие туфельки такие, как их назвать правильно, женские. Я в них не разбираюсь, но простенькие такие, конечно. 35 лир кроссовки. Лиры уже не везде, некоторые уже евро пишут в ожидании большого заработка клиентов заграничных, туристов. 15 лир, смотрите, все по 15, и выкапывайте себе тоже тут детские джинсы. Очень большой ассортимент, моднячие всякие, смотрите. Детские брючки, все 15 лир. Курс рубли, доллары, евро под, в описании под видео. Переводите в свои денежные единицы, будете знать, смотрите, штанниковскую на любой возраст. Классный выбор, 15 всего лишь. Здесь 10 лир, смотрите. Брючки это уже такие, не на, ну, не на ребенка, это уже на взрослого. Все по 10 лир. Вот представьте, где можно купить у нас, скажем, джинсы за 10 лир, смотрите. Тут можно что-то хорошее найти по-любому, смотрите, выбор какой большой. Единственное, я тут на свой размер не могу рассчитывать, конечно. Вот. Здесь 3 евро или 20 турецких лир. Вот такие вот всякие штуки. Футболки тут мужские, женские, по-моему. Тоже 3 евро, 20 лир. Тоже всякие футболки. Как их правильно называть? Смотрите. Тоже 3 евро, 20 турецких лир. Здесь рубашечки у нас, я так понимаю, детские, скорее всего, размерчики. Уже вот выбираете любую, оплачиваете. Потом как-нибудь я постараюсь подойти, допустим, джинсовую точку какую-то, чтобы рассказали цены по джинсам примерно, чтобы узнать. Но так пока где цен нет, я приставать не буду, я просто вам покажу. Это рынок в Оба, я не помню, сказал я вначале или нет. Рынок в Оба, который находится по понедельникам. Здесь 75 турецких лир, смотрите эти, как их назвать правильно. Спортивные мастерки, кофты и куртки тоже, все по 75 турецких лир. То есть теплые и разные, кому надо, все здесь можно найти. Тоже и разные размеры, и взрослые, и в принципе и детские, все по 75 получается. Нету. Ой, не наши ли это немцы из отеля, с которыми я 2 месяца жил? Да, по-моему, она. Она, точно. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Тоже 3 евро и 20 турецких лир. Цена, и тоже здесь выкапываете все, что вас интересует. Вот люди живут, они уже в Арсе живут. В первом Арсе я с ними жил еще. Но они там уже были, когда я приехал 13 января. Потом переехали мы во второй Арсе, и они там до сих пор, вот вы видите, я думаю, они надолго там. То есть месяца на 3, на 4 или вообще, не знаю, 5 евро. Шортики, трусники 20, а носки 20 пар, 5 евро, 6 долларов. Здесь цены нет. Сувенирчики здесь можно купить, тарелочки на стену, обувь 20 турецких лир, смотрите. Тоже я все хожу
Когда свой размер обнаружу, конечно, кроссовочки надо будет прикупить. Вот вообще по 10 лир. 10 лир, смотрите, обувь. Да, 47-м здесь, конечно, не пахнет. Белая, она быстро пачкается, вот она продает, она уже запачкалась. То есть белые кроссовки, конечно, это нежелательно покупать, потому что... Ну, хотя за 10 лир можно их поносить 3 дня и выкинуть, конечно. Добрый день. Здоровается с нами. Так, 10 лир, 2 евро тоже здесь. Брюки, джинсы, брюки. Вот, собственно, джинсы нормальные. Пока мне джинсы не нужны, всякие, видите, моднячие тут разные. Тоже взрослые. Цену пока не знаю, но потом я как-нибудь, я приду покупать все вот такие шорты, надеюсь, скоро уже, там, может, через 2 недельки, тогда сделаю обзор полностью всего товара, что у него окажется. Так, здесь музыка закрываем, пробегаем. Не могу снимать там, где музыка, потому что YouTube, авторские права. 20 турецких лир, тоже кроссовки. Мираба, a very big size you have? 47. Такого нету, да? Нет? Моего размера нет. А так можно было купить любые. Цена класс. 47. Вот такая вот у меня нога нестандартная, блин, и после перелома она у меня вообще. То есть 47-й это как бы 47-й растоптанный у меня. В общем, вы видите, обувь дешевая. Но она и есть и в этих самых. Ну, не, в магазинах, конечно, фирменных она чуть подороже стоит, а в центре по вот этим всем торговым точкам там тоже такие цены есть на обувь. Чемоданы здесь даже есть, в общем, все, что хотите. И рюкзаки. Вещевой рынок зимой был коротенький, а чем ближе к лету, тем он тянется. Смотрите, уже ряд туда идет, ряд туда, почти до... Вот он сейчас доходит реально почти до Тосмура. В Тосмуре он, где рынок по выходным, но там вот уже начинается... Не по выходным, а по четвергам, по-моему, в Тосмуре я ходил, показывал. Там вот уже начинается рынок в Тосмуре, то есть тут же прям почти, можно сказать. Вот эти цветные полотенца, они классные, вот кто их покупает, но вытираться это не натуральные, они вытираться не очень. Это чисто на память, как сувенир, как бы. А если вытираться, вам, конечно, полотенца желательно покупать нормальные какие-то. Вот тростники 10 штук, 10 евро, носки 22 пары, 5 евро, 6 долларов. 10 штук, 10 евро. Ну, кстати, цена классная. 10 штук, 10 евро, это нормальная цена для трусов, самая минимальная. В принципе, дешевле они быть не могут. Здесь вот горы целые, смотрите, обуви. 20 лир, 4 евро. Прям этот, моднячий этот... Блин, хотел быстро бренд какой-нибудь сказать, в голову ничего не приходит. Короче, супермодная обувь, 20 турецких лир, 30 турецких лир. Выкапывайте все, что хотите здесь. Конечно, плохо, что оно все без упаковки, потому что оно так пару месяцев потаскает, и все, что светлое, ну видите, оно уже становится реально темное. Но по такой цене можно их и помыть, и выкинуть через 2 дня. Даже 2 дня, если они поносятся, это будет хорошо, в принципе. Ну вот мы уже почти пришли в Тосмур, да, вот там начинается рынок по четвергам. То есть вот если кому надо месторасположение рынков по дням, я потом сделаю, вот юбочки 10 лир. Но примерно вот могу сказать, кто в оба на рынке был по понедельникам, значит рынок в Тосмуре вы легко найдете, потому что вот заканчивается рынок в оба, и там будет четверг, чуть дальше рынок в Тосмуре. То есть выходить можете туда же, идти сюда же, и вы легко найдете в четверг этот рынок. Вот по 15 турецких лир. Такие, как их назвать, типа шорт, размер интересно посмотреть, в принципе, довольно-таки большие, но не на мою попу, классно, 15 лир, вот представляете, цена, классная. Все турецкое, постоянно меня спрашивают, китайские товары или не китайские, смотрите, тоже 10 лир, 2 евро, 4 евро.
Все спрашивают, думают, что это Китай. Нет, Китая здесь нет. Практически его вообще здесь быть не может, поскольку Турция защищает своих производителей. Вы сами знаете, что в Турции производство вот этого всего, ну, оно на высоком уровне. Они снабжают, как и Китай, полмира, блин. Поэтому Китай тут как бы... Тут все в основном турецкое. То есть я не видел еще китайских вещей. Все турецкое. Даже то, что как бы такого самого простого качества, ширпотреб, так скажем, оно все равно турецкий. Он не китайский здесь. 3 евро от футболочки детские. Футбольные, спортивные тематики. Большой-большой ассортимент. И вот это я уже реально почти в Тосмор пришел, получается. То есть вот такой вот большущий рынок. Сейчас я пойду на продукты. Тоже много всего купить надо. Продукты вам засниму. Вот 10 евро. 10 евро. Тут уже евро. Кошельки, или как их назвать, вот эти косметички, 3 штуки, 10 евро. Вопрос возникнуть может, зачем 3 штуки, если нужен один. Ну, вы можете сложиться с друзьями. 4 евро, 20 турецких лир, рубашки. Большой выбор, основной маленькие размеры. Вот все здесь 4 евро, вот 10 лир, футболки подростковые, тоже спортивной тематики такой. Здесь все 10 лир тоже. И это мы уже дошли до конца, это реально уже, по-моему, Тосмор даже. Финал, финальная распродажа. 3 турецких лиры, смотрите, все по 3. Все, что откопаете. Здесь 10 турецких лир. Здесь 10 долларов. 10 долларов. Ну, 10 долларов тут уже реально. Спортивные, классные Nike. Вот. Всего тут 10 долларов. Смотрите, классные какие есть. Здорово, за 10 долларов такое купить, конечно. И все, вот это уже, по-моему, Тосмор там начинается. Вот рынок, который по четвергам, он уже вот здесь вот где-то начинается. Я иду назад, теперь мне надо идти в продукты. Вещи у меня сегодня по плану нету купить вещи, а продуктов купить надо очень много. Может, в режиме нон-стоп буду сразу покупать, не выключая, показывать вам все. Что интересно, в вечером, если выйти погулять, вот, допустим, в районе, где рынок завтра будет, уже многие, ну, это овощи, в основном не вещи, я думаю, в основном овощи, фрукты, они уже вечером приезжают, раскладываются, занимают места, короче, и всю ночь они, получается, здесь ночуют. Вот так вот. Видимо, место надо занять здесь. Ну, примерно вот цены... Цены я вам сегодня неплохо показал примерно. Ну, не заходил я там в... Ну, кожи тут как бы и нету. Есть джинсы только. Джинсовую точку потом сделаю как-нибудь обзор. А так, в принципе, тут у всех одно и то же. Примерные цены вы увидели. Могу сразу сказать, что футболка, ну, если она там не какая-то брендовая, если вы не в супербутике каком-то, то футболки средняя цена от 20 до 30 лир. Если вам футболку впаривают дороже, можете смело разворачиваться, уходить. Вы обязательно купите футболку за 25 легко. Это касается не только рынка. В тот ряд я не ходил, да? Это касается не только рынка, это касается практически любого магазина онлайн. То есть футболки, цена 20-30 лир. Если вам говорят 50-60, значит, вас просто хотят обуть и считают вас откровенным дурачком. Поэтому имейте в виду, друзья, не забывайте, что торговаться можно, не торговаться, вернее, ну, не принято торговаться на овощах и фруктах, но на вещах полное право, и так положено, на вещах, конечно, вы можете легко торговаться, и цена может снижаться. Тем более, если вы спрашиваете, и цены нет, тогда могут вам сразу заломить цену в несколько раз выше. Да, бывает тут такое, к сожалению. Солнышко припекает, сейчас уже ближе к полудню. Смотрите, сколько детской обуви, классно. 15 лир на карапуза. Все, пока я выключаюсь, всем пока.